Сейчас Полина с мамой находится в Москве на реабилитации, поэтому на концерт, который проводят ради его дочери, папа пришел один. Вспоминает, проблемы в семье начались, когда девочке было 3 месяца. Однажды она проснулась и начала задыхаться, закатила глаза. Родители сильно испугались, вызвали бригаду скорой. С тех пор началось, говорит отец, разные диагнозы, реабилитации, больницы. Нам говорили отек головного мозга. А когда перевели, уже на выписку пошли, нам сказали в областную больницу лечь, подлечить почки, то, что ей давали сильные препараты. Увезли нас туда, начали по-новому брать анализы. Анализы взяли и выявили опухоль головного мозга. Когда Полине исполнился год, ей поставили диагноз ДЦП. Семья не отпускает рук, пытается помочь дочери. И в этом желании они оказались не одиноки. Поддержать родителей решили многие искитимцы. В зале Дворца культуры заняты почти все места. Идея благотворительного концерта у нас всегда была каждый год. Мы устраивали его в рамках других мероприятий. А тут решили, почему бы и нет, практически в преддверии Нового года за месяц сделать девочке сказку, подарить ей такой вот подарок. В холле установили ящик для сбора средств. В него бросают деньги все желающие, кто сколько может. Таким образом удалось собрать более 45 тысяч рублей. Все средства переданы папе Полины для покупки специального тренажера и занятий в домашних условиях. Не отнимайте солнце у детей и жизнь земли. Всегда будет солнце, всегда будет солнце.